Рита, что ты прыгаешь? Что у тебя тут за дощечки такие сверху? Для чего они нужны? О, и ко мне прилип тут какая-то дощечка. Пап, иди за мной. Давай, куда? Что делать? Оба-на! Ты делаешь лесенку, а я тебе ее испортил, что ли? Ну-ка. Вау, я могу портить твою лесенку. Прикольно, ты где? Ты... А я упала случайно. И все, это конец? Да. О! Теперь ты можешь выиграть. О! Ребят, короче, тема такая. Собираем лесенки, поднимаем и побеждаем. Эта игра была очень популярна на телефонах. И вот ее сделали в Роблоксе. И сейчас придут подписчики. Где-то вон там вот на поле будут в небе. Где они там? Ой, Рита ходит одна. И мы будем соревноваться. И подписчики не знают, что я сегодня буду дарить призы. Ребят, смотрите, у меня всего 57 рубаксов, поэтому я постараюсь их сегодня раздарить победителям. Ну там, сколько раундов будет, столько и подарю. Потрачу все рубаксы, которые у меня есть. Вот, все, сейчас они все соберутся. Я покончу жизнь самоубийством. И мы начнем. Так, желтые таблицы. Желтые. Плюс 4, это что значит? О, Вася! Плюс 4. Класс! Плюс 5. А, смотрите, тут еще умножение есть, но платное. Плюс 5 табличек. Плюс 6. Да ладно, вау! Плюс 2. Вау! Вот это, смотрите, у меня рюкзак, офигеть! Сейчас я заберусь до самого конца. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. И я прошел во второй уровень. Вау, просто вау! Так, где там ребята? Вижу один. О! А на самом деле люди здесь есть. Вот они, ребятки, вот они. Да, папа, есть. Вот они, ребятки. Знаете, на самом деле я хотел бы тоже победить, поэтому давайте поддержите меня и поставьте лайк. 1, 2, 3. Спасибо, а я закончу жизнь самоубийством. Всем до свидания. У-ху! Все, ребятки, через 7 секунд начнется сражение. Мы начнем сражаться, и кто займет пьедестал Танцулькина? Вон там, все, начинаем собирать. Я не знаю, какие у меня... Я красный. Ты красный? А я желтый, желтый. Мне нужно... Нет, что творите, не делайте так. Я хочу собирать вот это. Плюс 4, это мое. Так, собираю желтый. Я собираю красный. А интересно, если я... А что? А смотри, чувак как-то там поставил. Я не понял, как это произошло. Так, мне надо желтых собрать. Я не знаю, сколько штук. Ребятки, да, я хочу победить. Я очень хочу победить. Так, я буду портить лесенки. Ты будешь портить лесенки? А если твою тоже испортят? Ты представляешь, тебе грустно как будет? Так? Я не испортит. Не знаю, умножить на 4. Я бы потратила рубаксы, но надо играть по-честному. Так, ребятки, ладно, я сейчас попробую. Посмотрим. Ой-о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 й
ты чернявый! Ну так, интересно, я по его чернявой могу проходить это лесенки или нет? Так, желтенькая, 3 минуты у нас. Осталось чуть-чуть. Мне то, Рите, совсем чуть-чуть, ребят, я осталась, и она победит. И это не есть хорошо, это не гуд. Это, так, две собрал. Смотрите, Ритка бежит вон наверх, ребята, Рита бежит наверх, что за дела? Она пошла на следующий уровень. О, я перекрашиваю, и, ребят, я на следующем уровне, да. Молодец. Я прошел на следующий уровень, оказывается, мы можем делать совместные лесенки, это очень хорошо. Так, таблички, тут вырастают таблички? Нет, тут таблички не вырастают, тут надо просто собирать. Ребят, у меня что-то кончились желтые мои, ладно, пойду наверх. Ой, можно сорваться, или не идется там. А почему мне так мало лесенок? Ой, ты сколько? Плюс 4. Отлично, нет, отлично, Рита сейчас все соберет и победит. Она уже прошла на следующий уровень, ребят. Я смогу. Как это она делает? Ну, сама. Я чуть не сорвался. Если ты нету лесенок, то ты просто пропускаешь их. Отлично, ребят. Плюс 6 лесенок сразу. Рита уже собирает следующий уровень. И это для меня очень грустно. Потому что если она соберет следующий уровень, она победит, скорее всего. Ну ладно, у меня есть какое-то количество лесенок. И... я победила на первом месте! Как так? Рита, вот смотрите, пляшет. Ногами дрыгает. Что за дела, дочка? 2, +2. Так, всего +2 лесенки. Вот там еще +4. Где? +6. +6. Да, все, ребят, я пошел наверх. Все, я сейчас хотя бы второе место займу. Так, отлично. Сразу вижу +6. А, когда ты первый поднимаешься, тут только твоя табличка стоит. Да. Только твои цвета. Ясно, ребят, я занимаю второе место. Вон пляшу, как Рита. Ребятки, ну все, вот ждем остальных, там им чуть-чуть осталось доиграть, и мы продолжим. Интересно, кто займет третье место, но
первый раз первое место заняла Рита. И ей первый приз будет достанется. Мы сколько раундов посмотрим, сколько будет, и потом разделим. Все, третье место тоже уже нашлось. И начинается у меня зеленые. Анна, куда ты бежишь? Она сразу плюс 6 взяла, ребята, это читерство. Нет, она читер, нельзя. Вот она мою табличку забрала. Зеленых очень мало, ребятки. Я хочу занять первое место. Но я не знаю, что делать. Табличек зеленых очень мало. Хочу забрать зеленый. Зеленый надо забрать все. Тебе не зеленый, у тебя красный. Мое! Что ты орешь, мое? Какая-то Даша забрала у меня табличку. А, плюс сколько-то сразу, да? Тебе не повезло. Так, она тебя, получается, перехитрила. А где таблички? Почему они не вылазят прямо передо мной, ребятки? Так, а я собираю эти штуки и как бы не переживаю, потому что они не исчезают, когда ты поднимаешься на следующий этаж. Они сохраняются, и поэтому я смогу... Вот, смотрите, сейчас плюс один. Мою закрываю. Дальше плюс... А их можно повторно использовать. Плюс два. Смотрите, ребятки, плюс 4, вот сюда бегу. Ты умерла совсем? Ребята, значит, у Риты вообще нет шансов занять первое место. Ей не повезло. Но у меня, смотрите, у меня целая толпа табличек. Я сейчас быстренько поднимаюсь вот сюда. Есть. Все, появились зеленые. Я сразу их собираю. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел. Кто-то там со мной пытается бороться, первое место занять. А Рита, а сколько здесь надо всего этих штучек, чтобы забраться выше? Не знаю, но нужно просто собирать и все. Много собирай. Просто собирай и все, да. Но мне кажется, вот этого количества мне сейчас уже хватит. Так. Бежи! Все, я пошел. Ребятки, удачи мне, удачи мне. Здесь осталось еще чуть-чуть хотя бы. Капельку и все, я пройду. Посмотри, табличка. Табличка, вижу. Изменилась на плюс 2. Бегу, забираю перед человеком. Собираю несколько ступенек. Мне кажется, я сейчас смогу. Попробую. Давай. Первое место, ребята. Приз мне. Ну, я, конечно, себе не буду давать. Сохраню на кого-нибудь другого. Но то, что я победил, меня прям порадовало. Прям страшно порадовало. Я страшно рад. Все, ребятки. Смотрите, первое, второе место. Салютики мне там вот. И жду, когда будет... О, а что там? А, там эти гномики стоят. А это не гномики, это салютики пускаются. Классно, классно. Следующая игра через 14 секунд. Посмотрим, кто победит. У меня уже есть стратегия, ребятки. Я буду ее придерживаться и победил. Кстати, я Риту победил только потому, что она погибла. Скорее всего, она бы заняла первое место. Да, потому что я уже про. Про, да. Ты про, а мне синий. Я серая. Мне синий надо. Плюс 6. И Рита сразу берет плюс 6. Какой кошмар. Как она это сделала? Так. Оно само у нее случилось. Да. О, у меня синие таблички в той стороне, их очень много. Дощечки, не таблички, а дощечки. Их очень много, я собираю. Сейчас все уйдут выше. О, да, а я потом закрою. Ого, откуда у тебя столько? Я же говорю, оно само. Оно само, да, у нее. И кто первый добежит? Я первый не добежал. Рита, у тебя сзади вообще капец рюкзак какой уже здоровый просто. Это все мои учебники просто каждый день. Ты так в школу ходишь, да? Да. Да, это невероятно, конечно же, так ходить в школу. Плюс 2, плюс 6. Да? Ты уже собираешь, пока мы тут внизу тусуемся? Ну тусуйтесь там, а я тут пока что буду. Я бегу к табличке, плюс 2. Сейчас собрал ее. Плюс 2 еще, пока здесь никого нет, надо все это собирать. Собираю, ребят, как можно больше рюкзак. Я сейчас постараюсь его собрать как можно больше, а потом сразу просто подняться на самую высоту с первого раза, так? А я уже почти собралась. Ты уже на втором собралась? Да. Так, ребятки, ну что ж, я отправляюсь в путь. Вот три таблички рядышком. И отправляюсь в путь. Посмотрим, удастся мне или нет. Так, есть часть уже собрана. Быстренько собираем в пустых местах. А я уже в конце. Почти. Ты уже что, следующий уровень прошла? Я уже там, где это... Финал? Да, скоро буду на финале. Рит, ну как так? Расскажи мне. Просто собирай. Вот, я собираю. Есть, я прошел. Вот и... оно само. У Риты уже так много табличек, ребят. Все, я пойду. Нет, подожди чуть-чуть. Я тебе хочу кое-что рассказать. Давай. Нет, стой! Рассказывай так, я буду писать, и ты рассказывай. Не буду рассказывать, ты забралась, не хочу, все. Это не буду рассказывать. Это только для тех, у кого много дощечек. А у тебя их уже нет. Ну ладно, но у меня их много же было. Все, радуй. Второе место снова заработал. Ребятки, ну что вы не зарабатываете? Вон еще девочка третье место заработала. Я еду купила за 500 токенов.
За 500 токенов и что она дает? И мне дало... Так, стоп. И мне дало какую-то мишку. Мишку? Ты спиртом? А где яйцо? Где? Я тоже хочу купить. Где? Смотри, вот видишь, инвентарь 700 токенов и трейд есть. Вот на уже X-на... поздно. Уже поздно, уже началось. Я красная. Опять? Опять? Красный побеждает, а я желтенький. Я была серой как раз, теперь красная. А, ты была серенькой. Да. Понятно. Так, желтая, желтая. Собираем таблички, дощечки, собираем. Как можно больше. Для того, чтобы победить. Пиши. Так. Где? Для того, чтобы есть. Я. В смысле, девочка собрала вроде бы. Я же первый забежал. Это несправедливо. Может быть, тебя чуть-чуть подлагивало. Наверное, мне подлагивает. Поэтому это, я не смог первый. Ой-о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 й
нет, ребятки, я пока куплю себе яйцо какое-нибудь, посмотрю, кто займет пьедестал. А я поспешил, людей насмешил, сорвался с лестницы и разбился насмерть. Так, инвентарь. За 500 токенов, ребята, покупаю. Кто? Пет, не яйцо, пет не выпадает. Стоп! Свинья. Мне выпала свинья. Элита тоже разбился, ребята, в этот раз победитель будет кто-то другой, представляете? Только благодаря тому, что мы покончили жизнь самоубийством. Ну, нечаянно. Мы разбились напрочь, и вот зелененький проходит, становится... Only Влад! Поздравляем! Вот, первое место занял этот человечек, молодец! И вон еще нубик там снизу бегает. 5, 4, 3, 2, 1... Будь! Я синий! Я синий, сразу плюс один, отлично! Плюс 3 заработала, молодец, я плюс 1. Табличка синяя, так. Неплохо, неплохо, мне кажется, я уже лидирую, я уже самый крутой здесь. Ну, конечно, плюс 1. Ну да, 2 раза плюс 1 собрал, так. Лучше бы, конечно, по плюс 6 было, но ничего, я дождусь своей таблички плюс 6. Рита, вообще не бегай возле меня. Потому что если вылезет табличка, ты ее заберешь первая, а нет, я ее забрал первая, отлично. А я забрала первая 6. Ты 6 забрала? Плюс 3, теперь плюс 6. Да ты чё? Да как так, ребята? Ну, надо было первым. Это читерство какое-то. Собираю. У меня вот здесь таблички появляются. Мои дощечки. Я их собираю. И у меня, кажется, уже достаточно, чтобы дойти до следующего уровня. Так что, ребятки, я пошел. Всем пока! Пока! Я буду собирать. Мне хватает. Отлично! Плюс 5. Отлично! Плюс 4. Супер! Супер, супер, супер. Только почему плюс 4 мне не добавило 4? Вот в чем вопрос. Все, я бежу. Бежит она. Бежи, бежи, бежи. Так, немножко собираю, 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 ребятки. Еще немного собираю. Мне уже хватило. Тебе хватило даже на следующий этаж? Да, сейчас я пойду. Отлично. Молодец. Ну, теперь главное аккуратно спуститься. Главное аккуратно спуститься. И Рита ломает мои ступеньки. Безобразие какое-то. Теперь пойду плюс 2 табличку соберу. Ты уже забралась выше? Да. На один уровень? Да. Как так? Все, ребята, будет финиш. Ребята, это несправедливо. Рита опять бежит впереди планеты всей. Значит, здесь нужно... Я побеждунка. Рита побеждунка. Ребятки, ну у меня один только шанс. Вот прямо сейчас пробежать. Только вот так вот. Если я успею... Не успела, одной таблички не хватило, ребята. Смотрите, одной таблички не хватило, чтобы победить вот это вот... мартышку, скачущую сверху. Эх, ё-моё. Ладно, ладно, ладно. Все, одну табличку собрал, и можно спокойно победить. Все, второе место. Итак, победительницей у нас Рита и Only Влад. Рита 3 раза, Only Влад 1 раз. Значит, приз делим на 4 части. Значит, по 10, по 12 рубасов. 36 у Риты и 12 у Влада. А, нет, можно еще 9 разделить. Это получается 44 и 13 у Only. Все, отдаю им рубасы. Ребят, это очень веселая приключенческая игра. Если вы хотите, чтобы мы продолжили, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы увидим много просмотров и повторим эту игру. Всем хорошего настроения, всем пока-пока. А я пока. Полетел вниз, всем пока. Я тоже к тебе. Пока. Пока-пока.